Всем привет! Сегодня мы будем открывать мою первую куклу Реборна. Мне так не терпится ее открыть. Она так... Я видела ее по картинке. Она такая красивая, такая милая, будто настоящий пупсик. Да, это китайская кукла. Приехала к нам с самого Китая. Ехала 1,5 месяца. Мы ее ждали очень долго. Мне ее так открыли. Дождались. Покажи коробку какая. Она легкая. Ну, сравнение с Реборном. Ну, встань, Лиза, рядом с коробкой. Подними коробку. Ну, видишь, что пояс тебе. Не надо мне. А мне? Ну, и... Поляшечку. Да, все, давай. А у меня везде там животик. Так. Давай, дай мне. Я открою, вот. Через эту дырочку. Давай. О, видишь? Посмотрим, что это за ребор. О. Вот это маска. Ого, шумит. Привет. Открыть. Ева, откуда у тебя столько сил? Ради своей куколки сил не жалко. Она тут! Сколько радости! Она тут в какой-то люлечке. Давай, я аккуратненько. А нет, это бумажечка. Давай, мне уже самому интересно. Помогай, Лиза, чего сидишь? Вот это да, что чем затрелить. О! Давай, я отрежу его. Давай. Убери руки, Лизочка. Она такая большая. А ну покажи, подними. Вот. Я говорю, подними. Какая серьезная. Дай. Ну давай, открывай. Вот он настоящий ребенок. Тяжелая, ты говоришь, легкая. Ага. А в коробке легкая. Ты ножиком его разрежь или порви. Не можешь, да. Держи. Будем тянуть вместе, давай. Открыли. Давай. Это так. Что такое? Покажи. Это... Поверни ко мне, я чтобы увидел, девочка. Она с этой стороны тоже белая. Это пеленка. Да. О, тут еще бутылочка в комплекте. А ну открой ее, посмотрим. Без соски, что ли? Ну вот, соска внутри. Это прям как это, как для настоящих. Так это и есть настоящая бутылочка. Вот моя бутылочка. Сниму все эти. Это что у нее такое? Бумажечка. А ну открой. Что там написано? Не знаю. Оно сделано в Китае. На какой-то фабрике. И что там? Рекомендовано для детей, которым больше 3 лет. Понятно. Тебе больше 3 лет? Да. Точно? Да. Мне 8 уже вообще-то.
А, ну да. А она мягкая. Ну что поделать, это ж ребёнок. Давай попробуем. Вот. Ой, вообще мягенькая. Ага. Ну это ж ребёночек. Какие ручки? Ну дай, Лизочка, свою руку. Положи ребёнка. О, рядом, вот так. У тебя были тоже такие маленькие ручки. Ну, почти похоже. Она так хорошо запечатана, да, папа? Угу. Китайцы, они такие. Хотя не натрашены они. И речь-то в сеточке. О, а на ножку посмотрите. Чего это с пальчиками закручено? Она сама закрутила, эта девочка. Хитрюня. Такая мягкая вся. Бэби-бон, он твердый, а этот мягкий. Ну это ж кукол. Ну это ж доченька маленькая. О, тут сосочка! Вот это да, Лиза. И тата машет еще есть. На сарафанчике. Одежда красивая у нее. Да, она сама красивая вся. И ручку. Давай я помогу, это ты сильно долго снимаешь. Вот так. Сеточка такая. Ага. А это сеточка, чтобы не уронила, не потерять обруч. Нет. Это не обруч, это повязочка. Ну я в ваших женских делах не сильно понимаю. Попробуй сосочку есть. А как она тут засовывает? Покажи. Обычно. Подожди. А что это за сосочка, где нету что сосать? Это просто маринный. А, там магнит. Она не засовывается, она просто так на магните. Ой. А тут смотрите. Что там? А это что такое? Ткань. Это ткань. Это только ручки резиновые. Я думал, у нее все тело резиновое. А вообще она вся мягенькая. А ну. Волосы такие пушистые. Волосы такие пушистые. Так, сейчас пушистые татуни. Одевает. Ну, без повязочки это рядом не чуть-чуть не красивые. Да, волосы почти как настоящие. Ой, пушистая, припушистая. Даже не почти, а прям могу сказать, что как родилась настоящая. Да. Гучериками. И что, влезет она тебе в коляску, девочка? Конечно, влезет. Ты что, ребенок не влезает в коляску? Папа ее. Я хочу ей попробовать снять. А, тут платьечко не снимается. Я должен сниматься, как это не снимается? А, значит так снимается. Ты хочешь посмотреть, какая она? Да. Такая гибкая. Платьишь? Она в подгузнике. Снимай, посмотрим. Она в маечке и в подгузнике. А что? А, тут сзади расстегивает. Хорошенькая моя. А маечка снимается? Это? Тоже расстегивается как-то? Она снимает штаны. Тут штанишки на резиночках. Она такая прикольная. Той Лиза. Так. Давай, это. Штанишки высовывайтесь, давай.
Тоню с попой. А, там какой-то шарики какие-то, чтобы она мягкая была. Все, хватит ее мучать. Ты вообще полностью ее раздеваешь, правда? Да. Чтобы посмотреть, какая она. Она внутри мягенькая. И еще классная. Она вообще такая классная. Я впервые в жизни вижу реборна. Ну вот она. Кривоногая. Ну поставь ее на ножки. Вот это да, такие все одежды. Да, вообще ножки как у Лизы, когда она была маленькая. Так потрогай, какая тут схема. Вот тут потрогай. Ага. Тут же мягкая. Это соединение. Да. Ну и как тебе нравится реборн, девочка? Конечно нравится, никому ему не подарю. А Лизочка, будешь давать играться? Будем вместе с ним играть, я сказала. Вместе? Да. Это твой ребенок будет, а я один ребенок буду. И как ты хочешь назвать своего реборна, Явочка? Ты будешь моя... Эванжелиночка. Как? Эванжелина. Давай, может быть, Наташа? Нет, никакая не Наташа. Почему? Ну давай, может быть, Катя. Какая Катя? Нет. Ну давай, может быть, Саша. Нет, никакой не Саша. Ну давай, может быть, Дора. Тиана тогда. Вот, Тиана мне нравится. Тианочка ты моя. Можно говорить Танюша. Тия. Тия. Угу. Давай оденем тебя, а то ты в голом виде не сильно хорошо выглядишь. Понравился мой реборн, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Если вы тоже хотите такого реборна, мы устраиваем соревнования. И тот, кто его пройдет, тот получит тоже такого реборна. Ну, конкурс устроим в следующем видео. Да, конкурс. Может, устроим конкурс? А какой? Ты придумала конкурс? Тот, кто первый меня увидит, тот и выиграл. И получит реборн. Где увидит? Ты имеешь в виду в жизни? Да. Не на видео, а на улице? Ну, в жизни. Но тебя только видят твои соседи первыми, Ева. Ну да, они меня уже увидели. Ну. Тогда... Ну, что-нибудь придумаем, короче. Не, тот, кто первый подпишется на это видео, тот и получит реборн. Тот, кто первый подпишется? Угу. А как мы узнаем? Каждый день будем смотреть. Ну, давай тот, кто подпишется в Инстаграм на твой. Угу. Мы оставим ссылочку под этим видео. Кто подпишется на твой Инстаграм и напишет прикольный комментарий в Инстаграме. Тот получит этого самого милого реборна. Мы в видео посмотрим, почитаем комментарии, посмотрим, кто подписался. Но еще все равно не забудьте поставить комментарий под этим видео. Нет, девочка, под детскими видео уже нельзя комментарии писать. Почему? Чтобы не обижали детей. А-а-а. Ты не знала? Нет. Ну вот, теперь будешь знать. А как детей могут обижать? Ну как, напишут плохой комментарий, вот и все. Мне наплевать. Да? Ну, если бы там написали, Евочка там такая плохая, вот, ты бы обиделась.
Я его просто читать не буду. Ну да. Там, где будет про плохое написано, там сразу замолчи. Угу. И не говори мне. А скажи, ты можешь отписать в комментарии что-то еще? В смысле отписать? Ответ дать. Ну, ответить? Да. Не, ответить могу. Да? Да. Тогда, если кто-то напишет плохое, то тогда папа вот так сделает. Тогда вы никогда не получите реборна. Вот так, и все. Ну, я на разговор плохие, я на плохие комментарии не отвечаю. Ну все, пока, до следующих видео. Пока!